Видео подготовлено онлайн gdz.net, задание номер 1512. Нужно найти А в кубе при А равно минус 2, 0 и 3. Первое. Минус 2 в кубе нам даст число отрицательное, поскольку степень нечетная. То есть минус 2 в кубе – это 8, это будет минус 8. Если у нас в кубе 0, 0 в любом случае равен 0 в любой степени равен 0. И 3 в кубе. 3 число положительное. В кубе нам даст 27. Б. Это b в четвертой степени, если b равно минус 3. Минус 3 в четвертой степени нам даст число положительное. Это будет 81. 1/3 в четвертой степени. Нам тоже очень просто найти это число. В числителе у нас будет единица, в знаменателе у нас будет 3 в четвертой степени. Как мы уже считали, это 81. И 1 в четвертой степени равно 1. В. С в пятой степени, если С равно минус 1, 0,2 и 10. Минус 1 в пятой степени нам даст число отрицательное, поскольку степень нечетная, и все равно будет равно 1. 0,2 в пятой степени нам даст очень мелкую десятичную дробь, поскольку каждый раз при умножении 0,2 на 0,2 на 0,2, 0,2 в пятой степени будет 32, а после нуля у нас должно быть 5 чисел, поскольку 5 раз умножая на 0,2, нам надо будет, у нас будет каждый раз дробь уменьшаться и уменьшаться и уменьшаться. Это будет 32 миллионных. И, наконец, 10 в пятой степени нам дает 100 тысяч. Просто дописываем 5 нулей. 4, 5. И задание Г. D в шестой степени, если D равно минус 1. А вот в шестой степени минус 1 нам даст число положительное. Это будет единица. Минус 1 вторая в шестой степени нам снова даст число положительное. В числителе у этого числа будет единица, в знаменателе двойка в шестой степени, или это 64. А тройка в шестой степени равна 729. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.